Ну, может, мы уже всем надоели со своими постами про орфейку, но все равно будем писать до последнего, пока не найдутся родители для девочки. Вот сейчас пришли. Она, бедная, спряталась вообще за диван. Пошли, Орфея, пойдем. Пойдем посмотрим на тебя. Пойдем. Ну, пойдем. Вот Орфеечка. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, ладно, не обижайся. Ну, как мне тебя вытащить одной рукой? Зацепи, подыщи. Пойдем. Вот так. Ой, сейчас. Вот такая девочка. Глазки плакают, да? Сейчас помоем глазки Орфейки, да? Помоем глазки. Вот привезли нам эту кошечку без лапок. Лапы у нее, скорее всего, откусанные. Прямо вот лапки вообще нет коготочков. Что-то это самое. А грыжа, тут у нее грыжа просто огромная. Вот здесь в паху ужас. Мы еще таких грыж не видели, честно говоря. Кошечка красивая такая. Сегодня вот поедет сейчас на передержку. Все. Можно. Будем лечить ее, оперировать надо. Супер. А это вот малыши. Вот играется. Глазки надо лечить. Будет им. Глазки закисшие у некоторых. Ну, в принципе, как бы так-то ничего.